школе села Шабановского состоялся сход граждан. Исполняющая обязанности главы поселения Алена Волбекова отчиталась о проделанной работе за первое полугодие. После отчета у жителей появилась возможность задать вопросы. На сходе присутствовали заместители главы администрации района, представители служб и ведомств, которые давали нужные разъяснения. Остро стоит вопрос газификации поселения. Он находится у руководства района на особом контроле. Беспокоит жителей частое отключение электроэнергии. Они связаны с реконструкцией линии электропередач. После окончания работ жителям обещают качественное электроснабжение. Также жители задавали вопросы о вывозе мусора, работе общественного транспорта, благоустройстве и медицинском обслуживании. Многие проблемы требуют детального рассмотрения и дальнейшей проработки.